Рядом. Давай ищи. Брик, стоять! 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 Ко мне! О, мама, как ты унюхал. Подай! Дай. Молодец! Молодец! Пошли дальше, ищи еще! Говори мне. Что отсюда? Что вон? Ну, блядь, сейчас. Не хочется стрелять. Пошли, Брик. Блядь, я ему сейчас потянула. Ко мне! Шу. Ко мне! Пошли! Пошли, пошли! Куда? Фух, ты бросишься! Шестерочкой по заду потянул. Хотел мне тут еще собаку ходить. Может его туда приложить? Шо вон отсюда, понял? Стоять! Шо вон! Шо вон, сказал. Брик, ко мне иди. Придется его завалить, блядь. Блядь. Сука, жалко деревенский вообще. Вроде на овчарку похож. Шо вон, шо, блядь. Брик, ко мне. Заебал меня уже. Брик, дай. Пошли. Брик, ко мне иди.
Пошли, пошли, Брех, пошли. Вперед. Иди нахер отсюда, блядь. Смертный, что ли? Сука, куда паску отставили из-за этого выродка? Ё-моё! Что с тобой? Божик! Собаке явно надоело жить. Как машина ходит? Плохо! Подай! Давай! Молодец! Молодец! Ну что, на сегодня все. Поохотились нормально. Есть две куропатки. Одна, вторая, хорошие уже такие. Отличные. Один, конечно, подранок остался, легкий подранок. Но там какой-то собака к нам пришел, непонятно. Бессмертный. Стал я его стрелять, какой-то вроде. Чей это? Стал за мной ходить следом. Даже машину провожал. Мы машину сели, он возле машины пришел, лег. Прогоняю, он ложится. Пришлось уехать, оставить его подранка. Вот потом вернемся в другой раз. Переехали на новое поле. Здесь тоже подняли стайку. Один раз выстрелил, одна упала. Одну забрали. Все, на сегодня достаточно. Две куропаточки. Брих, сюда иди. Брих, ко мне. Где бегаешь? Куда не бегать? Там машины. Сюда ко мне идет. Сидеть. Сиди тут. Все, на сегодня закругляем. Поедем что-то делать с куропатками. Надо щипать, осмолить. Вот здесь ощипать. Вот так и сделаем. Здесь ощипаем, что там они есть. И осмолим.